Давайте же свяжемся пока с Михаилом Иваном, который у нас на прямой связи. Миша, расскажи, пожалуйста, где ты? Доброе утро! Доброе утро! Итак, помогать людям. Сложно ли это? Легко. Это знают те, кто именно этим и занимается. Со мною Настя и Настя. Замечательные девушки, которые улыбаются, радуются жизни и при этом успевают помогать людям. Расскажите, кто вы такие? Мы волонтеры, в принципе, но, в общем, мы работаем в волонтерском центре. Я начальник отдела событийного волонтерства. Мы организовываем мероприятия, которые развивают навыки для волонтеров, а также сопровождаем различные мероприятия, которые проходят на территории нашего города. Вот. Я слышал о том, что у вас в эти выходные ожидается мероприятие. Что это будет? Мероприятие ожидается, это Академия волонтерства, там, где волонтеры смогут научиться основным навыкам, попробовать себя в разных ситуациях, подстаивать свою точку мнения на волонтерских дебатах и, в принципе, научиться много чему интересному и пообщаться с новыми людьми. Во. Итак, а вот волонтерам, вот что нужно уметь, чтобы быть волонтером хорошим, таким прям помогать? Вот, допустим, я хочу помочь Насте, вот что мне нужно уметь делать? Нужно быть очень отзывчивым, нужно быть внимательным, нужно быть толерантным, стрессоустойчивым, уметь выходить из различных ситуаций, выходить особенно из конфликтных каких-то ситуаций, потому что они достаточно часто встречаются, все люди разные, вот, и такое тоже бывает, к сожалению. Да. А вот что, если я захочу вот принять участие? Вот мне что необходимо как человеку, который вот хочет помогать людям? Если я вот такой вот обычный паренек, я могу? Конечно, могут все помогать. Это же дело такое добровольное. Если вы захотели, вы можете прийти к нам в центр, сказать: я хочу быть волонтером, мы вам все расскажем, скажем, какие мероприятия в данный момент у нас проходят, как подать заявки. Если вы хотите помогать бабушкам, мы скажем, какой бабушке пойти, что ей нужно сделать, и все вам расскажем и покажем. Вот, замечательно. Итак, пожалуй, если я вдруг, вот, есть ли какое-нибудь вот упражнение, чтобы подходить к людям и делать добро? Вот есть вот такой вот движ, вот такой, чтобы прям вот, вот я же не могу подойти так: здравствуйте, я хочу вам помочь, да? Да, так напугаю. Напугаю, вот. Надо делать это тактично, да? Во-первых, очень тактично это нужно делать, а во-вторых, ну, если это проходит какое-то мероприятие, то по человеку обычно видно, что ему нужна какая-то помощь, то есть... Если это что-то крупное, где очень легко заблудиться, потеряться, человек обычно стоит растерянный, смотрит, не знаю, свой билет, программу, вот так вот пытается понять вообще, в какой точке планеты он находится и куда ему подойти. Если ты видишь такого человека, то он может постесняться к тебе обратиться, может быть, не поймет вообще, что ты волонтер. Люди, опять же, разные бывают. Угу. То, конечно, ты в этот момент подходишь и говоришь: здравствуйте, ну, и могу ли я вам помочь? Он говорит: да, конечно, как мне пройти в эту аудиторию? Ты, ну, вот так. Понял. Итак, можно приобщиться к обществу волонтеров и помогать другим, делать мир намного лучше. Поэтому желаю вам хорошего настроения. Доброе утро.